Один украинский военный погиб сегодня на Донбассе от пули снайпера. Это произошло около полудня неподалеку от Мариинки. Как сообщают в штабе АТО, боевики также обстреляли украинские позиции на подступах к Широкину из минометов запрещенного калибра. Все подробности с передовой расскажет Руслан Смещук. Это территория вокруг так называемой трассы жизни. Дороги, по которой из временно оккупированных районов Донецкой области едут за пенсиями или продуктами. Трассу охраняют украинские пехотинцы. Буває, обстріл починається, коли їдуть машини, то КПВВ їхнє не закривається, і машини їдуть, і обстріли, да. А це то прикривається, по суті, машинами, бо напряму, наприклад, туди не можна відповідати, бо ми можемо попасти в машину. Ну, гражданське. Якби тут в цьому не винні. До противника тут, что называется, рукой подать. Эти позиции простреливаются боевиками сразу с нескольких сторон. Как там позиция, то есть они бьют перекрестным огнем, получается, оттуда и вдоль посадки и так дальше. Как себя ведут? Много провокаций с их стороны. То есть особенно ближе к вечеру. Некоторые участки приходится перебегать, иначе можно попасть под вражеский обстрел. Да, правильно, там надо споренько. Да. А почему? Потому что, я думаю, вы сами заметили, почему. Там простреливаются? Конечно. А из чего? Сейчас тем более снайпера работают. Сергей показывает, как живут украинские пехотинцы, где едят, что готовят, какие реликвии берегут всей ротой. Икону вот нам передали волонтеры с Иерусалима. Вот это все рисунки детские с любовью передали воинам и ждут нас дома с победой. Руслан Смещук, Евгений Пахальчук и Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер.